Друзья, ну еще, наверное, добрый день. У нас просто мы раньше сходили на иглоукалывание, и у нас немножечко времени вышли на улицу ответить вам на некоторые вопросы. Первое это, Лен, а Дима может может только кислородный коктейль пить, сидя, или любой напиток? Ну, сначала мы начали с кислородного коктейля, а сейчас уже он и компот пьет. Мы после завтрака оставляем стаканчик второй, нам одного хватает. И Дима в течение дня есть там минут 10 перерывчик, если мы можем, мы заехали. И он потихонечку учится, чтобы определить, какое количество жидкости ему нужно втянуть, чтобы проглотить, чтобы и рот придержать, и чтобы дыхание было, чтобы не задерживать. Ну, в общем, начинаем пить. Ну да, иногда закашляется, я ему тогда вытаскиваю трубочку, он просто не может, как, он начинает тянуть, и она у него продолжает туда, в рот забегать, не может он остановить. Это мы же, знаете, когда пьем, то язычком как-то дырочку закрыли или чуть вытащили. У него еще пока это не получается, ну уже пьет. И глоток, надо ему определить, насколько втягивать, чтобы не сильно большой глоток, а то он втянет, а потом получается он за три раза глотает потихоньку, и рот держит челюсти, и не дышит. Так, дальше. Добрый вечер, Димочка, как здорово, такой тренажер крутой, надо тебе такой домой купить, посоветоваться с врачами. Может, можно будет купить обязательно, какой врачи вам посоветуют. Тренажер этот? Ну, да, этот тренажер там, ну не знаю, он, наверное, многофункциональный. Там, мы пока стояли в нем, и Дима вот это же как двигает ногами. Я вам буду потихонечку кругом все показывать, вот, чтоб не только Диму. Смотрели мы сначала в Яндексе, нашли 300 с чем-то тысяч стоил. Наверное, такое, может быть, функции больше. Потом, ну, по визуально тоже такой был, 180. Но у нас, видите, у нас нет вот это ни Авито, ни что еще там, где еще можно заказывать в России? А, Юла. У нас вот такого ничего в ЛНР нет. Ну, нам прислали ссылочки, Юля, да, она быстренько, оперативненько все сразу нашла. В общем, там есть 50-55 тысяч, ну, они как, вроде и БУ, а есть там что по несколько штук, и, может, и новые. Может быть, чуть дешевле, может, знаете, расформируют какой-то склад или еще что-нибудь, могут быть такие хорошие скидки. И там тоже написано, что с доставкой на дом, но это нужно будет уже когда будем дома, можно созваниваться и спросить, к нам туда есть возможность привезти, потому что у них там, допустим, написано по городу 99 рублей, ну 100 рублей. А это надо еще знать, из какого это города. Ну, к нам ближайший, допустим, из России, такой как крупный город, это Ростов, конечно. Вот будем смотреть продавца, чтобы был, ну, из Ростова. Да, ну, с врачом побеседуем, это нужен он или нет. Ну, еще к концу, как говорится, нашего сезона будем все, конечно, с доктором разговаривать, ну и со специалистами, я не знаю, как они. Ну да, девочка-специалист сказала, что он не помешает. Дело в том, что, как вы писали, ну все, теперь домой приедете, Лена, никаких цветочков, никаких ремонтиков, только с Димой. Друзья, ну я же должна и для себя что-то, как говорится, для души делать. Тот же ремонт, это меня вдохновляет, мне приятно, что что-то обновилось. Это как кушать каждый день пирожное и все. Я понимаю, Диме нужно больше и больше времени уделять. Ну, вы в одном этим пишете комментарий, Лена, береги себя, отдыхай побольше.
а в другом, что да, что как утром проснулись и все, никаких ни бабушек, ни дедушек, все, только зима, зима. Ну, мне тоже хочется как-то немножечко отвлечься. Я не говорю куда-то пойти погулять, а вот что-то для души сделать. Конечно, будем по мере возможности делать. А тренажер, почему и такая мысль хорошая, что, допустим, я на кухне готовлю кушать, Диму поставила, и он вот, если он тут 40 минут, может, он и больше сможет, там передохнет, может посидеть и опять заниматься. Нагрузка идет на все мышцы. И в первую очередь это хорошо для его ступни, чтобы нога не заворачивалась. Поэтому все за вот эти тренажеры, за все, конечно, будем разузнавать. А если, знаете, как посмотрели цену 300 с лишним тысяч, сразу как-то желание, как говорят, руки немного опустились. Вот. Ну а когда нам нашли, что есть подешевле, как-то аж это распряли, и действительно появилось желание еще больше. Так, дальше. А если дать Диме ножницы, правую руку попробовать движение. Ну, я, друзья, прежде чем снимала видео, я, конечно, сначала Диме пыталась, там были с маленькими ушками засунуть, не получалось. Я пошла, выбрала побольше ушки. Я пыталась, никак они у него не сложатся, чтобы ножницы торчали. Я уже думала, знаете, как засунуть и своей рукой помочь, хоть просто какой-то надрез делать, а потом уже снимать. Все-таки хочется, да, чтобы он и сам попробовал. А Дима всегда кричит, ты все снимай. Это, ну, стараюсь, но никак не получилось, поэтому пока он смотрел, присутствовал, вот скоро будут выходные. Какие будут еще мероприятия, возможно, у Димы тоже что-то получится делать. Так, мыслями он резал вместе со мной. Резал, клеил. Командовал, да, рядом сидели девочки, это он командует. Ну, там без команды нельзя. Я же говорю, у меня и руки здоровы, и, ну, вырезать одно, а склеить и все такое. В общем, для меня это трудности. Уже это у кого сейчас дети, школьники или в садик ходят, какие-то аппликации что-то делают, они больше это вот с этим связаны. А я уже давно от этого отвыкла. Единственное, что вот это рисовала, оказывается, это не просто для души, а это тоже как моторика, может, и зрение не ухудшается, а наоборот, вот эта концентрация, да, или как? Зрение, внимание и все такое. И я, да, я отдыхаюсь, я там от всего отвлекаюсь, я вот вся была в картине. Поэтому так, дальше. Хорошо шагал, руки в действии, еще к ногам помогают двигаться. А, это я уже прочитала, извиняюсь. Так. А, еще был комментарий, какое у вас сегодня странное музыкальное сопровождение. Друзья, ну еще раз хотим извиниться. Может быть, музыка и не подходит. Знаете, как вначале послушали, вроде так ничего, а быстренько подставили, бегом смонтировали, потому что очень много времени и монтировка, если переслушивать все. Если честно скажу, друзья, я, наверное, устаю больше, чем Дима. Я вечером, он погулять, мне не хочется никуда не выходить. Мне с бабушкой-то поговорим чуть-чуть. Да, Лена, кому-нибудь звонила, говорю, бабушка Нина, не хочу ни с кем не разговаривать, ничего. Какое-то хочется лечь, полежать и вообще не двигаться. Тяжело в каком плане? Ну, все-таки физически постоянно, Диму, пересадить, посадить, разуть, обуть. Это нагнись, поднимись, ногу поправ несколько раз за это. Все-таки, да, и физически. Там на массаж нужно, на живот переложить. Хоть там помогает массажистка немножечко, но это все равно. Может быть, что вот это само движение туда-сюда, туда-сюда, что дома я прибежала откуда-то, хоп, что-то, ну не знаю. Вроде точно так же целыми днями то готовишь, то еще что-то делаешь. Как-то нет, а здесь не знаю. Почему-то я как-то устаю. Вот. Ну, скорее всего, да, что вот это вот пересаживание, сам толчок поднять, посадить напрягается. Вот это, что я очень, я не знаю, раз 20 больше, наверное, получается.
она утром до процедур, пока там поднять, чтобы там зубы почистить, в туалет сходить, то еще что-нибудь, то положить, укол пришли сделать или еще что-нибудь, то кровь взять. Это, я спрашиваю, говорят, желательно, чтобы он лежал, а он же целый день то так не лежит, он, если есть возможность, он помоги приподняться, чтобы на планшете что-то поделать, именно в сидячем положении. Вот, и так оно за целый день получается. Так, дальше комментарии. Вам нужно было ехать после таких занятий домой, продолжать упражнения, а ну, что никакой Крым, ничего не нужно. Друзья, я же еще раз вам хочу сказать, все равно все, что какая здесь программа, невозможно дома все это делать. Ни физически, ни по времени. Вот мне одной. Будем узнавать, может быть, можно будет по программе вот это ОМС приезжать, как вот люди здесь созваниваются, им говорят, когда будет свободное место, и приезжать. Вот. Конечно, там говорили, что будет палата не одиночная, но, в общем, это уже будут отдельно. И питание, может быть, не такое будет. Это не самое главное. Самое главное, да, чтобы можно было попасть. Я только говорю, Дим, зимой, конечно, мороз, это еще осень-весна, когда, ну так, чуть прохладненько. Зимой, когда минусовая температура, конечно, я не рискну ехать. Это... Вот. Ну, а отдыхать, друзья, не то, что даже отдыхать. Для меня и в Крыму. Я вообще никуда не ездила, сидела дома. Вы прям думаете, меня так тянет в Крым покупаться. Я больше из-за Димы. Я вообще домашняя. Меня и не особо тянет. Я бы сидела вот это дома, и все, и никуда мне не надо. Для Димы все-таки полезно. И солнечные лучи, витамин D, и морская вода, и сама отдушина, что в Крыму, и встреча с родственниками, которыми он раз в год встречается. Вот. Ну и я не могу, может, сейчас сразу даже все сказать, как для Димы это важно. Я же вам скажу, это не для меня. Для меня сидеть лучше дома, как физически по автобусам, по это лазить и переживать вдруг какой-то конфуз в автобусе или еще что-нибудь. А у нас иногда бывает такое. Так что дальше читаем. Так. Дима, пиши в свою страховую компанию, где у тебя ОМС. Ну, еще раз повторюсь. Конечно, будем все тут расспросим, как по ОМС можно приехать, что нужно для этого. Может, еще и направление от врача, там мы слышали, от нашего лечащего. Вот, и все такое. Конечно, все это будем пробовать. Естественно, просить каждый раз вот так денег, такую сумму собирать, это ну, тоже некрасиво. И как многие писали, что сейчас много больных детей, которые нуждаются. Ну, друзья, скажу, да, жалко всех. Хочется людям и всем помочь. Но взрослые здесь в центре, я смотрю, наверное, даже под 80 лет есть бабушки. Это приезжают и проходят реабилитацию. А Димка молодой парень. Вот поэтому я считаю, что ему нужна реабилитация. Всем, да, всех жалко, всем хочется, чтобы люди помогли. Поэтому каждый, как может, обращается, просит помощи. Вот. Да, Димка ж не говорит, что вот этому ребенку не надо, дайте лучше мне. А поэтому он в фонд обратился, и там выставляют пост, кто на детей помогает, кто это. У каждого есть выбор. Люди, кому хотят, тому и помогают. Так, еще такой комментарий был, что у Димы с нижними зубами, как иголочки сточены. Ну, у него, во-первых, нижняя челюсть немножечко вовнутрь ушла, и у него вот эти нижние два зуба, они по бокам у него... У него было там три зуба, они кариусом у него это, ну, попорчены. И мы когда ездили в стоматологию, в государственную, потому что частные не берутся инвалидов обслуживать. И там один зубик она чуть подточила, сделала, а вот эти два там остались у него,
они с двух сторон с кариесом. Она говорит, я сейчас начну снимать этот кариес, я достану до нерва. Если достану до нерва, нужно будет его удалять. А если удалишь нерв, то зуб, считай, пропал. А там, а его, говорит, уже немножечко. Давайте уже, если он они начнут уже как дырки до корней, будут болеть, беспокоить, тогда уже будем что-то это делать. А пока они не беспокоят, ну да, они получаются как маленькие, у него как столбики. Вот. Ну, друзья, извините, что пришлось показывать, да, что вы заглянули в рот, видели. Нам и писали раньше комментарии, что некрасиво, Лена, это не показывай близко, как Дима рот открывает. Ну, друзья, кому неприятно, как нам писали, это можете ли пропустить или не смотреть. Это я прекрасно понимаю, не каждый... Ну, не то, что отпишитесь, просто есть, может, кто и нравится там смотреть, как Димы на успехи, но неприятно смотреть в полость рта, как-то проскочить этот момент. Есть такие вот, знаете, есть люди брезливые, а есть безо всякого. Даже муха упала или там волосину увидел, убрал и продолжает там кушать или что-то. А другой только вот я, допустим, сказала, а у него уже рвотный рефлекс и все такое. Вот. Так. Ну, в принципе, все, я на все комментарии ответила. Вот. И хотели мы, конечно, начать с этого, но, наверное, закончим. Хотим, друзья, поблагодарить всех за вашу поддержку, за вашу помощь, за дельные советы. Даже где-то за критику, это тоже огромное спасибо. Вы не думайте, никто не обижается. Все вы правильно говорите. Ну, я просто пытаюсь вам ответить на ваши комментарии. Да. Вот. Ну и, конечно же, поблагодарить, кто нам помог финансово. Я зачитаю список, кто нам помог с 18 мая. У нас как раз стрима не было, вот как 18 мая был последний стрим, по-моему. Вот, следующий стрим мы пропустили и сразу мы уезжали. Поэтому с этого дня я хочу зачитать. Это Ольга Михайловна написала на реабилитацию. Юлия Евгеньевна на лечение. Она два раза за вот этот период, два раза. И Валерий Александрович, извиняюсь, да. Вот, так. Здоровья всем. Так, Марина Александровна тоже на лечение. Ольга Николаевна, Надежда, Татьяна Голуб и СМ Джан. Спасибо, друзья, вам огромнейшее. Всем, всем крепкого здоровья, мирного неба. И все, чтобы у вас в жизни, все, о чем вы мечтаете, все, что вы задумали, чтобы у вас сбывалось. Эти деньги, друзья, мы решили Диме приобрести ортез индивидуальный. Ну, пока на руку. На вот эту, которая у него как бы плеть. Нам когда-то досмотрела специалист, она говорит, вот эти черные, которые у нас были ортезы, да, будет от них и рука прийти, все. А там девочка делает, какая-то у нее специальная основа внутри. Она заливается каким-то, ну, он расплавляется, вот этот, ой, вот эта пластинка по руке делается. И на, вот на какое ему нужно вот это вот разжать, вот эту косточку и немножечко пальцы. Просто если ортез на пальцы одевать, у него, да, пальцем можно вот разогнуть, а рука будет согнута, а нужно, чтобы все. И дело в том, что он многосрочный, или как он называется, что через время, там, через полгода, через сколько, когда уже рука в этом состоянии будет находиться сама, то это его там внутреннее, вот это можно опять расплавить и уже сделать, выгнуть еще больше, вот, что не просто так одел и все, что он, можно его переделать. Он стоит 7000. Вот, обещала нам девочка до нашего выезда, что она сделает. Потом обязательно вам покажем, все расскажем. Еще раз всем огромное-огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши вопросы, за ваши лайки. Это тоже помогает и в развитии нашего канала. Ну и вообще, что о нас, о Диме больше узнают людей. Так что
Всем-всем огромное спасибо. Каждый приносит свой вклад. Даже хейтеры, которые пишут комментарии, да, хотят нас как бы чем-то укусить, обидеть. Ну, это идет все продвижение канала. Поэтому, друзья, извините, что вам приходится тоже читать такие глупые комментарии. Не хочется удалять. Просто если уже идут там сильные какие-то оскорбления. Ну, а это... Ничего, меня там работать заставляют идти. Я уже написала, все уже, я уже себе пенсию заработала. Хочу работаю, хочу не работаю. Вот, да, да. А если кто-то завидует, что я нашла себе инвалида и сижу дома не работаю, то без проблем. Зайдите в интернет, напишите, найду себе инвалида и буду за ним ухаживать. На сайт для инвалидов там очень много и ребят, и девчонок, которые нуждаются в помощи, у которых даже нет родных, которые с удовольствием это примут вас и будете тоже так ухаживать, получать 1200 по уходу и веселиться, радоваться жизни. И как тоже писали, и можете просить у людей помощи. Снимайте видео, да, зарабатывайте в Ютубе и все остальное. Все, друзья, все вроде сказали, то нужно бежать дальше на процедуры. Всем хорошего дня, вечера, хорошего настроения, отличного. Всего-всего хорошего, друзья. Здоровья, берегите себя.